Влад, привет. Ты отец, брат. Я как раз ехал там, разворачиваюсь на между, получается, Лесой, да, и Слонанной тоже, да. Так, ночь 23 на 24 августа 2017 года, штаб Ростовели 12, работают эксперты, опергруппа, расстрелян мужчина, к сожалению, скончался на месте, пытались реанимировать, не получилось. Так, прибыло руководство полиции, сейчас ведутся оперативно-следственные действия.